уехать хочу от тебя, от себя. Поезд мчится в ночи, стекла в окнах звенят. Может, выпадет снова счастливый билет. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Вспоминая тебя, подхожу я к окну. Может, снова прижмусь я к плечу твоему. Быстро рельсы бегут, а колеса в ответ. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Быстро рельсы бегут, а колеса в ответ. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я спрошу у звезды, замигавшей в окне. Может, снова люблю, тихо скажешь ты. Замерцала звезда, подмигнула в ответ. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Замерцала звезда, подмигнула в ответ. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну и на что это ты там засмотрелся? Чего тут особенного-то? Да ничего особенного. Просто... На дорогу огонь и море можно смотреть сколько хочешь. Ну, на море, может, еще и можно. Где-нибудь в Ялте или в Сочи. А тут-то на что смотреть? Ха-ха, тоже можно. Люблю я эти места. Глаза отдыхают, когда смотрю. Ну, а ты отдыхали бы твои глаза здесь. Куда едешь-то? Не уезжал бы я отсюда никуда. Сестры. Не дают мне покоя. Жениться мне пора. Жену иметь, детей, а то поздно будет. Невесту подыскали. Жених, значит, ты на свадьбу едешь. А? Ну да, выходит так. Ну и которая же из них твоя? Это сестры мои. Вот. Ну что? Невеста как невеста. Фаты только не хватает. Они что, у тебя в зоопарке все работают? Да нет, это они на экскурсии. А? Симпатичная? Ничего? Как показалось? Ну, тебе мужчине лучше знать. Я по фотографии не могу разобраться. И вообще, иногда говорят про кого-нибудь, ой, какая, а она мне не нравится. А бывает, мне нравится... А все говорят, ты что, страшнее не мог найти? Вот так у меня с этим вопросом. А влюбиться сходу я могу только в ту единственную. В какую единственную? Ну, да я сам не знаю. Но знаю, что есть такая единственная в своем роде и неповторимая. Ну, это для меня, конечно. И как тут люди живут, не понимаю. Как на Луне, ей-богу? А я почти всю жизнь здесь живу. Ничего, жить можно. А если еще фонтан есть, о! Какой фонтан? Как какой? Какие в парках бывают?
Пиво есть? Пиво есть? Нет пива. А так, а вот. Товарищ последний взял. Слушай, друг, ты ведь не лошадь, верно? Ну, куда тебе столько пива? А ты видел, чтобы лошади пиво пили? Нет, не видел. Но если дать, то выпьет. Разве от пива можно отказаться? Можно. Забирай. Забирай, забирай. А сколько можно? Да бери все. Я свое в городе попью. Ну, спасибо. Давай, помогу. Спасибо, друг. Пожалуйста. А пиво есть? Так, сколько с меня? А, брось. Я тебя угощаю. Да ты что, с Марса, что ли? Пиво даешь, а денег не берешь? Нет. Ну, считай, что с Марса. Бывай. Подожди, земляк, а? Слушай, может, ко мне заскочим? Ха. Пивка попьем. Знаешь, мне друг из Красноводска вот такого леща прислал. Лещ, говоришь? Ага, лещ. Да толку-то, отходит. Фонтан у вас есть? Нет никакого фонтана. Земеля, а лещ есть? Эх, остался бы я здесь. Да шмотки мои больно далеко. Аж в первом вагоне еду. Жаль, не успеем. А может, попробуем, а? Давай. Может, успеем. Садись. Давай. Ты куда? Жених! Спасибо, не сердись! А как же твоя невеста? Жениться и у нас можно, девчонки есть, вот, пожалуйста! А девчонки везде есть! Но если жениться, то нужно на такой. На какой? На единственной неповторимой. На какой, какой? На единственной в своем роде и неповторимой. Слушай, неужели ты из этого леща остаешься, а? Как тебе сказать? Лещ ведь. Сам знаешь, как с пивом. И потом... Жениться мне не хочется, Пивтокарчик. Честное слово. А поселок мне ваш понравился. Он похож на тот, где я жил раньше. И фонтана у вас нет. А может, здесь останешься, а? Жить у меня будешь. Места хватит. А работай в совхозе сколько хочешь. И мне веселее. Посмотрим. Может, я останусь? Ух ты! Ну, так вот. Я жду эту новую машину. А как ее получили? Наш директор вдруг бац! И посадил на нее салагу. А. Филиппов есть такой у нас. Так он ее через полгода раскурочит. Это же как пить дать, я-то знаю. Я сразу заявление на стол, мол, ухожу. Ну, ребята уговорили, вроде как стаж теряю. Я все-таки взял отпуск. И на той неделе еду к геологам. Ну, можешь устроить. Как лечь-то? Ну что, отлично. Ну так. Слушай, а директор, он как может, ничего? А. Сейчас познакомлю тебя с одной, закачаешься. В столовой шеф-поваром работает. Да? Ну сам бы за ней приударил, если бы не Танька. Слушай, а вдруг она окажется, здрасте, той самой единственной неповторимой, а? А ты мог бы ей понравиться. Зря, конечно, меня не послушался. Костюмчик надо было бы все-таки одеть по случаю выходного дня. Я-то приоделся, чтобы все видели, что плевать я хотел на эту новую машину, а на старую не сяду, как меня не упрашивай. Стой. Не бойся, Серега. Это Танька.
Ты куда это, Олег? Договорились ведь, что я обед приготовлю. Вместе будем воскресенье проводить. Что ты, Таня, железная, я все помню. А куда это ты ездил? Я? Да что ты могла подумать? Вот друг ко мне приехал, встречал. Он, между прочим, теперь будет у нас работать. Сейчас идем к директору договориться насчет работы. Познакомьтесь, Сергей. Да, Сергей. Таня. Очень приятно. Только не задерживайся, смотри. Ну, конечно. Ключ на месте? Да. Не скучай, я скоро. Мы скоро. Пошли. Видал? Еще не жена, а как командует, единственная и неповторимая. Стой! А бутылки-то на столе? Ну и что? А ничего. Я ведь не за рулем. О! Закрыто! Кать! Че это все позакрывались-то, а? Кать! На площади строители выступают. Не слыхал, что ли? Студенты? Да какие там студенты? Шабашники. Две бригады съехались. Ну, директор устроил им состязание. Которая бригада победит, то и подряд на свинарник отдаст. Пошли. Пошли. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Внимание! Уже можно подвести первый итог. После начала работ впереди бригада, левая бригада. И спорится мы не надо. Вот я так считаю. Здравствуйте, товарищи болельщики! Познакомьтесь, друг ко мне приехал. Меня зовут Сергей. Очень приятно. Меня зовут Рая. Столовый шеф-поваром работает. Валя, ты ее знаешь, на вокзале видел? Люба, парикмахер. Здравствуйте. Следующий год рождения, номер паспорта, все. Молодцы, ничего не знаете, молодцы, левые не уступают. Правые! Правые! Давай, давай, правая! Скорость давай! Качество мы потом покажем. Да, зря, зря вы эти игрушечки устраиваете. Ничего, зато совхозные денежки зря не кину. Видно же, что моя бригада побеждает. Вижу, вижу. Время-то деньги. Не солидно как-то. Не солидно? Беда вы наша. Ничего, скоро сельстройкомбинат пустят. Вот будет солидно. Тут и шабаш вам, и левым, и правым. Лады. Да не досуг мне ждать. Последний раз с вами связываюсь. А пока уговор дороже денег. Понял. Почему не в спортивной форме, в трусах и майках? Олег, хватит. Ты иногда такое скажешь. Ну как, нравится? Да, очень. Может, она и есть та самая, а? Она. Ну что я тебе говорил? Выходит, Райка и есть та самая единственная и неповторимая. Не Рая. А кто? Люба. Любка? Да ты что, Сергей? Разве может быть Любка, ты единственный неповторимый? Может. Что уставился? Да я не на тебя. Ничего я в ней такого не нахожу. Хотя вроде бы что-то есть. Только ты учти. Вот так же на нашем областном конкурсе парикмахеров было. Представляешь? Одну минутку. Так. Ну как, девочки? Нравится? Очень. Чего? Лады, лады. А иллюзионные номера будут? Ну, что-нибудь из оригинального жанра, а? Не понял. Мы тут свою работу показываем. Но насчет всяких там жанров, так это, наверное, лучше вам исполнить. Девочки? Не понял. Внимание! В заключение выступает бригадир.
Мехетка. Я... Топор. Есть. Круговыми движениями. Меняйте положение ног. Раз, два. Раз, два. Опять. Раз, два. Другой топор. Боится на что надеяться? Куба! А Сергей с дороги постричься, побриться не мешало бы, а? Пожалуйста, только после соревнований. Смотри, смотри. Ты что, мне не нужно же стричься. Да это я так для понту, чтоб повод был, понял? Продолжаем круговые движения. Окончательная победа признается за бригадой левой. Соедините ноги. Гантели положите. Я хотел бы кое-что продемонстрировать. Ну что ж, пусть выступит. На бис! Победитель предлагает выступить в соло. Попросим. Попросим! Попросим! А давай выступим с тобой. Покажем наш жанр. Давай. Это что, штукатурить, что ли? Левую ногу поднять. Нет. Опустить. Правую опустить. Руки вперед. Стороны. Вперед. Стороны. Ну что, здорово. Только никакого практического применения я в этом умении не вижу. Будете также забивать гвозди? А. Можно и так. Какой смысл? А что, гвоздей что ли жалко? Пусть попробует. Ну, пожалуйста. Виталий Сергеевич. Брось семечки. В район поедем, машину помой. Помою? Че, она грязная, что ли? А ты, оказывается, мастер на все руки. Я думал, только плотник. Все эти специальности мне вот так нужны. Так кем же принять тебя? Кем хотите, но у меня одно условие. Говори. Я вам построю фонтан на площади. Как фонтан? Ну, с разноцветными лампочками. Вы меня оформляете слесарем или плотником, а строить я буду фонтан. А зачем мне фонтан? У меня в свинарнике вентиляция не работает. А вентиляцию я вам подремонтирую бесплатно.
по личной, так сказать, инициативе. Постой. А у тебя со здоровьем все в порядке? Абсолютно здоров. Как физически, так и психически. А тогда зачем же тебе фонтан? Хобби у меня такое. Хобби? А хобби? Хобби. Ну, ладно. Ну вот что. Беру тебя главным механиком. Вот. В свинарнике отремонтируешь вентиляцию. На новой ферме наладишь кормораздатчик, навозоуборочный транспортер, автопоилки. Но в свободное от работы время, по личной инициативе, ну, можешь заниматься своим хобби. Идет? Нет. Мое хобби материалов разных требует. Не потяну в финансовом смысле, это уже проверено. Потому и вам выгоднее. Если вы закажете такой фонтан подрядчикам, в копеечку обойдется. Да не нужен мне фонтан. Нужен, Виталий Сергеевич, нужен. Вы только вспомните, что такое фонтан. Ладно, делай фонтан. Привет. Поздравь меня. С завтрашнего дня работаю. О, поздравляю. Это надо отметить. Обязательно. Они что, не боятся его? Привыкли. А ну, кыш! Полиглоты! Я тут какие-то ценные породы цветов вывожу. Ну, прочитал в одном журнале. А. Специально семена выписал. Они жрут! Третий раз пересеиваю. А давай, знаешь, что сделаем? Что? Я бы сам в жизни не додумался. Скажи по-честному, сам придумал или видел где? Да чего здесь такого? Здорово. Знаете, сегодня гуляем? Ага. Хочешь, Таньке скажу, подругу приведет? Не, я Любу парикмахершу хочу пригласить. Да она не пойдет. Ну, попробуй, пригласи. Здравствуйте. А, победите. Проходите. Что будем? Стричься, бриться? Да нет, это Олег Потапов так сказал. Чтоб повод был зайти к вам. А, ну, вот как. Стригусь и бреюсь я сам. Оно и видно. А что? А, ну это так. Когда я в настроении, у меня неплохо получается. Ну а зачем повод нужен был? Чтоб встретиться. Мы сегодня с Олегом собираемся вечером отметить мой приезд. Ну и все такое. Таня обед приготовит. Я хочу пригласить вас. Почему именно меня? Потому что вы мне нравитесь. Да. Очень рада. Только ничего не получится. Почему? Да потому что вы мне не очень нравитесь. А, но почему? А почему вы мне должны нравиться? Гвозди лихо забиваете. И уж решили, что всем вы должны нравиться. Да ничего я не решил. Просто мне показалось... Что вам показалось? Мне показалось, что вы та единственная.
Какая-какая? Да. И неповторимая. Какие высокие слова. Ну, спасибо. И до свидания. Ладно? Ладно. Слушай. Слышь? Ну? А давай на скорость оконные рамы забивать. Ну, или петухов тесать. Считай, что в этих видах ты выиграл. Не понял. А еще можно так. Ну, давайте теперь все потанцуем. Ой, давайте, правда, танцевать. Нам что танцевать? Не первый год друг друга знаем. Пусть вон они потанцуют. Я под такую музыку не танцую. Ну, вот. Ну, тогда знаете что? Давайте устроим салют. Ой, конечно, девочки, давайте устроим салют. Какой еще салют? Момент. Какой салют? Остались от прошлого салюта. Чур, одна моя. Ой, девочки, я сначала вам сейчас поделю. Вот здесь. Вы, конечно, извините меня, Любовь Ивановна, за грубость. Спасибо. Но жить в такой дыре молодой и красивой женщине. Вот у меня в городе, например, свой дом с двумя санузлами. А зачем с двумя санузлами? Для удобства. Да, сад 0,25 га, Жигули. Ну, можно пойти там в цирк, кино, наконец, в театр. И я могу вас устроить в дворец красоты. У нас есть такой комбинат бытового обслуживания, весь из стекла, все видать. И у вас трамваи есть? Навалом. У меня третий номер с утра до вечера под окнами. Трезвонит, аж дом трясется. Надоел. А мне бы никогда не надоел. Я люблю трамваи. А я вас, Любовь Ивановна. Остап Мартынович, вы меня извините, конечно. Нет. Но... Мне кажется, вам бы больше пошли длинные височки. У нас в городе по праздникам их по 500 штук фугуют. А это что, ерунда? Тоже мне артиллерист нашелся. Фонтаны, значит, странно. А чего странного? Ну, как чего?
Вот если бы мы с бригадой взялись строить эти фонтаны, знаете бы, сколько это стоило? Ху-ху-ху. А он один. И даром. Что-то другое у меня на уме. Хобби, говорит, у него такое. Чего? Ну, собирают люди спичечные коробки, обертки от конфет. Да знаю, сам собирал. Вот, а он фонтаны. Да, и чего это у меня такое хобби, а? Фонтан. Ну, собирал бы эти самые обертки от конфет. Оно как-то удобнее и приятнее. Это ты ему скажи. Мне-то что? Уволить, если что не так, я всегда успею. Глядите, как бы не поздно было. Войдите. Здравствуйте, Виталий Сергеевич. Здравствуйте. Вот это да. Ты бы хоть предупредил. Я ведь все же сердечник. Это проект номер один. Так, проект номер два. А вот проект номер три. Видал? Во какое хобби. Ну, это мы еще посмотрим, как в натуре будет. В натуре будет еще красивей. Так какой же будем делать, Виталий Сергеевич? Ой, лучше бы все мне это не показывал. Знал, что строишь фонтан. Все. А теперь попробуй выбери, все хороши. Я предлагаю вот этот. Он хорошо впишется в окружающий фон. Магазин, парикмахерская. Тем более, что я такого еще не строил. Ну, делай этот. Мне он нравится. Сделаю. При чем здесь парикмахерская, Виталий Сергеевич? Давайте мы вам фонтан сделаем. Недорого возьму, ей-богу. Сделаем фонтан со скульптурной группой. Например, сидит лягушка, и у нее это... Или мальчик, писающий, тоже оригинально. Или, например, женщина с веслом, а? Вот здорово. Видал? Ты такого серьезного делового человека заразил своим хобби. Я пошутил. И потом мальчиков, лягушек и все такое. Сейчас только в домах отдыха и нервно-соматических санаториях делают. Не понял. Ты чего гудишь? Залез в чужую машину, да еще гудит. Филиппов, что ли? Филиппов, да. Машину нужно ставить на тормоз. Что ж ты, брат? На тормоз, на тормоз. Я знаю, когда ставить на тормоз. Она у меня на тормозе стоит, инспектор. Чего он командует? Это Олег Потапов его подослал. Завидует, что мне машина досталась.
Люба! Люб, кепку забыл! На! Эй! Ты что там делаешь? Во-первых, не эй, у меня имя есть. А во-вторых, чё это вы со мной на «ты» разговариваете? Батюшки, откуда такие нежные мужчины только берутся? Ну, извините. А как вас зовут? Я что-то запамятовала. Сергей. Ах, да, Сергей. Метельников! Чего? Ты мне друг? А что? Друг или нет? А кто же еще? Значит, друг. О чем? О чем разговор-то? Ну, Сережа, как вы вчера повеселились? Весело было? Не, скучно. А чего ж тогда ракеты пускали? Ну, потому и пускали, что скучно было. Тогда пойди и постригись. Так я вроде недавно. Еще постригись, так надо. А потому и разозлилась, что вы мне чушь какую-то начали плести. Не чушь? Ну, тогда комплимент. Я просто сказал, что вы та единственная и неповторимая, которую я давно ищу. Опять? Вы что, поссориться со мной хотите? Ну, а что такого я говорю? Если непонятно, могу объяснить. Не надо. Вы мне лучше объясните, что вы тут делаете. А работаю. Я теперь здесь, по соседству с вами работать буду. Да? Люба! Срочно стриги меня. Вот она ферма! Ага, вижу. Осторожней. Привет! Ты чего к нам пожаловал? Здоровья, девчата! Здравствуйте! Приятного аппетита! Спасибо! Поделитесь с нашего стола! Да нет, спасибо! Вентиляцию буду у вас ремонтировать. Вентиляцию? Ну так что, идем, покажешь? Девочки, пошли! Пойдемте, девчонки! Вот здесь! Ой, Сережа, починишь вентиляцию, вовек не забудем! Мы тебе памятник на ферме поставим! Расцелуем! Ну, после таких слов время терять не хочется. Ты чего это вдруг решила поменять свою прическу? Я хочу стать единственной и неповторимой. Что? Ты понимаешь, Люба, я увлеклась. Очень. А ты его знаешь, это Сергей. Тот, что гвозди забивал. Негодяй этот Сергей. Он тебе уже сказал, что ты единственная и неповторимая, а ты и уши развесила. Нет, он мне не говорил еще. Мне Таня сказала, что Сергей Олегу говорил, что он все ищет ее, эту единственную и неповторимую. Вон оно что. Иди садись. Я уж думала, тебе говорил. Нет. Такие вещи так сразу не говорят. Наше чувство только зарождается. Садись. Лю, сделай мне такую прическу. Мы уже с тобой поговорили на эту тему. Да, я и так сделала. Вот вырастешь с нее, и тебе сделаю. Ну, хоть один раз. Не конючи. Сделаю как надо. Ты что, мне не доверяешь, что ли? Надула губы. Выключай! 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 Заснул, что ли? Ору, ору. А я слышу, что кричишь, а что не пойму. Не слышу. Характер у меня скверный. За что не возьмусь, результат не терпится посмотреть. Не центрируется. Ротор.
Да, все сначала. А мне еще тот центрировать нужно. Ну давай центрируй. А я этот посмотрю. А сможешь? А чего тут? Конечно, смогу. Ты думаешь, я только на мотоциклах за поездами гонять могу? А я, между прочим, в армии лучшим слесарем был. Давай, посмотрим, не забурел ли ты на гражданке. Здорово, строитель! Здравствуй. А, здравствуйте. Так, кубик уже понадобится. Кирпич, да. А, насчет труб можно побеспокоиться и столбы убрать. Пришлю кубик, столбы уберем. А. И трубы, насос. Все можешь забрать, когда захочешь. Слушай, как с вентиляцией? Нормально, уже ремонтируем. Знаю, но мотор, наверное, придется выбрасывать. Зачем? Все в порядке. Что, будут работать? А куда они денутся? А что здесь такое будет, а? Знаешь что? Брось пока свое хобби, поедем на ферму. Нет. Но ты пойми, вентиляция важнее. Вот чего я от вас не ожидал. Мы же договорились. Виталий Сергеевич, ну как же так? Силосная башня, что ли? Фонтан. Ну что, с лопатой. Хочешь, я пришлю подрядчика, они тебе сделают все. Что надо, только скажи, а? Нет, точно фонтан? Фонтан, фонтан! Да не в этом дело. Просто я хочу этот фонтан от начала до конца сделать самостоятельно. А насчет вентиляции? От помощи не откажусь. Привозите мне туда провод 100 метров. Заодно заберите двигатели во дворе у Потапова. Ладно, будет тебе провод, двигатели. Поехали. А на что он, Виталий Сергеевич? Чего на что? Фонтан. Для красоты? А кто это написал, а? Машину мыть надо. Тебе еще не такое напишут. А зачем ее пачкать? Сейчас поеду на речку и помою. Привет! Я вас там видел. Кувшинчик с водой. Дадите напиться? Конечно. Михетка, ты чего оброс весь? А ну, быстро в парикмахерскую. С чего это? Во, вчера стригся. Разговоры. Ты посмотри, на кого ты теперь стал похож. А чего вас там, Бартынович, как чуть что сразу ругаетесь? Месетка, вечно я вам эстетику порчу. Не буду я перестригаться. Что? Не волнуйся, бригадир, если надо, Метельников будет стричься. Давай. Вот пусть он идет. Спасибо. На здоровье. А ты, оказывается, тут фонтан строишь? Ага. А что это вдруг? Директор заказал. Да? А я слыхала, будто ты его уговорил. Да он и сам. Ну и я, конечно. А чей это ты? Другой работы тут не мог найти. Говорят, ты мастер на все руки. Вон даже стричься сам можешь. А это, кстати, плохая примета. Какая? Ну, стричься самому. Одиноким останешься. Ну и что же это за фонтан тут такой будет? Когда будет готов, увидишь, красота какая. Вода шумит, в воздухе прохлада, и лампочки разноцветные вспыхивают. Представляешь?
Придумал тоже. Что тебе здесь? Курорт какой-нибудь, что ли? Или парк культуры отдыха? Вот потому и нужен фонтан. Люба, мне не нравится эта прическа. Срочно сделай другую. Проходи, садись. Вот они строят. Склады, фермы, силосные траншеи. Получают прилично, их понять можно. Ну а ты что? Взрослый человек. Мужчина, как говорится, в зрелом возрасте. Седых волос полно, а как ребенок. А знаешь что? Что? Давай сегодня вечером с тобой встретимся и обо всем поговорим. Чудак человек, ему что ни говори, он все одно. Встретимся да встретимся. Ну и что мы с тобой встретимся? Толк-то какой? Ну как, какой толк? Ну вот видишь, сам не знаешь. Люба, ну давай скорее, я ж с работы уж. Иди садись в кресло, я иду. Ну сейчас иду. Я знаю, какой толк, потому и хочу встретиться. А мало ли я чего хочу. Иди, строй свой фонтан. А у меня своя работа. Для чего здесь фонтан? Никак не пойму. Ну, как для чего? Чтобы люди отдыхали, любовались. Здорово, девчата! Ой, привет, ой, Сережа! Привет! Так, провод, двигатели. Я вижу, директор слов на ветер не бросает. Директор, я привез. Да? Ну да. За один рейс. Во как нагрузился. Да, директор, пожалуй, прав. Вентиляцию придется считать объектом номер один. Сережа, помочь? Вот так всегда. Фонтан почему-то оказывается на последнем месте. Как это? Само собой как-то получается. Валюш, принеси чемоданчик. Привет, передовики! Здравствуйте! Привет! Это что, у вас директор в очереди стоит? А он у нас такой, справедливый. Ну да. Может, скажешь, и со мной по-справедливому поступил? По-моему, да. Это еще почему, интересно? А-а-а. Да ладно, пусть. Добрый вечер. Помнишь, Серега, мы с тобой смотрели кинокартину одну? Ну, как дела? Здрасте. Привет. Через пару дней пустим вентиляцию. О, у меня какие помощники. Молодцы. И ты молодец. Это я ради Тани стараюсь. Ага. Ну, что у тебя? Что тебе еще для твоего фонтана нужно? Пока ничего, но через неделю понадобится машина цемент. Ясно. Виталий Сергеевич, может, у подрядчиков позаимствовать, а? Сделаем, сделаем. Что тебе еще нужно? А, больше ничего. Петельников! Я здесь, бригадир. Товсь! Я говорю, скоро твоим фонтаном любоваться будем. Нормальный. А пить не хочешь? Нет. Ну, как знаешь. Люба, я пришел.
Кино понравилось? Нет. А мне понравилась, хорошая картина. У нас вкусы разные, Люба. Ну а чего тебе не понравилось? Все. Такой компании быть. Валя такая красивая была. С новой прической. У тебя компания тоже была в порядке, Люба. А ты что, обиделся на меня? Да нет, просто пока цемент не схватится, мне здесь делать нечего. До свидания. Ну и пожалуйста. Ну как? Будем пробовать? А что пробовать? Запускать? Ну давай. А мне не верится. Это кто сомневается? Никто не сомневается, это от радости. Если от радости, тогда можно. А ведь кто-то обещал нас расцеловать. Я. Спокойно, спокойно, спокойно. Тех, кто обещал расцеловать, прошу всех сюда. Работает. Гудит, как раньше. Дайте-ка мне на героев посмотреть. Спасибо, не ошибся я в тебе. И тебе спасибо. А не стоит меня благодарить. Это я вон ради Тани стараюсь. Да брось ты, Олег. Если раньше сомневался, то теперь точно знаю, что правильно поступил. Роскошь это, чтоб такой мастер за рулем сидел. И не могу я это нашему хозяйству позволить. Вот, с Сергеем на пару в новом коровнике кормораздатчик наладьте, навозоуборочный транспортер, автопоилки. Из отпуск тебя отзову. Приказом назначу старшим инженером. Идет? Ну что, а? Возьмемся и сделаем. Виталий Сергеевич. Да? А все-таки по-вашему вышло. Что? Олег, перестань. Ну как что? Фонтан-то я строю в свободное от остальной работы время. Правильно? Ну так. Да, да. Ну так понимаешь. Ну так сам видишь, сколько всяких дел. Олег, прекрати сейчас же. Эх, хорошая машина. Вы тут вроде бы человек современный. Хозяйство ведете к последнему слову агротехники. Вон фонтан затеяли. А уговорить вас на новую прическу никак не могу. Ну ладно, Люба, но стриги как ты хочешь. Конечно, уже поздно. Нет, Виталий Сергеевич, я серьезно. Работы здесь для мастера моего класса нет. Сплошные польчики да начес в 3 этажа с буклями. И все, ни одной модной прически. Только на себе, да на Альберте экспериментирую. Это кто, завклубом, что ли? Угу. А, это вот. Стоило для этого учиться. А, заходи, заходи, ты мне нужен. Здрасте. Встань-ка так, чтобы я тебя видел. Вот так. Слушай, так на этой неделе заканчиваете объект? Оценочные работы ведем. Так вот, завтра к вам придут Долганов, ну тот, что фонтан делает, угу. И наш Потапов будут налаживать механизацию. Так если что им потребуется там для работы, то уж, пожалуйста, организуй. А вентиляция-то работает. Я же говорил, Долганов деловой человек. И фонтан скоро забьет. Это что? Это еще что? Да ты что, как на Меланину свадьбу? Ну а что, мало что ли? Гектар целый. Пусти. Да, странно.
Странно, что он у вас вентиляцию за спасибо наладил. Здесь что-то не так. Все так. А за автопоилки и кормораздатчики тоже денег не просит? Просит или не просит, мне, честно говоря, на такое дело денег не жалко. Пока я наладчиков буду ждать, у меня оборудование за это время все поржавеет. Повезло мне с этим парнем, что и говорить. И фонтан в поселке будет. Да, тоже не помешает. И все почему-то даром. А может, он того. А может, просто хороший человек. Верно. Психология не у того, не ваша. Технари идут, смотри. Салют, кустари. Здравствуйте. Вместе будем работать. Привет. Фонтан собираетесь строить? А может, поштукатурим? Или гвозди будем забивать? То, может, покрасим? На скорость. Можно, только в нерабочее время. А сейчас мы будем монтировать механизмы. А вы что, так и будете смотреть на нас? А это наше дело. У нас время не нормированное. Что хотим, то и делаем. Ну ладно, я просто так спросил. Лады. Пойдем поговорить надо. Может, потом на досуге, а? Да нет, сейчас. Лом-то оставь. Серега. Я вот что хотел тебе сказать. Если думаешь, что выиграл, тогда у меня на гвоздях только из-за Любы приударить можно. Так вот, ничего у тебя не выйдет. Люба моя. Я на ней женюсь, понял? Женись, если она согласна. А я это не к тому говорю, чтобы благословение твое услышать. А к чему? А к тому, чтобы ты к ней больше не подходил, понял? Нет, не понял. Я человек неуправляемый со стороны. Кому хочу, к тому и подхожу. А я тебе поставлю управление, такое поставлю управление, что всю жизнь с курса не собьешься. Не выйдет. Не та у меня система. А я тебе и систему отрегулирую. Она у меня саморегулируемая. Автомат. Какой там автомат? Не понял. Ну, Мехетка. Привет. Здрасте. Ну как, смычка строителей с монтажниками состоялась? Состоялась. Хорошо. Так. Сережа, здравствуй. Здорово. А я у вас была. Мы все в кино идем, и тебе взяли билет. Напрасно. У меня работы полно. А работа не волк. Так это... Кому как. Мне еще сегодня много дел нужно сделать. Ну послушай, нельзя же все время работать. Да неужели тебе никто не нравится? Значит, в ногах дальняя дорога, в голове ты убиваешься через свою любовь, что было. Не надо мне, что было, ты мне сразу даешь, что было. Нет, Люба, ей же невозможно просто гадать. Так ты... Сиди спокойно. Да ты сама тогда гадай, если ты лучше меня все знаешь. Так, что будет? Ну, блондин опять вот твой, вот обман, блондин. Ну, это тебе карты говорят, а не я. Ладно. Ладно. Ну, и вот твоего блондина. Знаете, девочки, я все-таки решила выйти замуж за военного. Не верти головой. Старшину или сержанта там какого-нибудь. Лучше всего, конечно, офицера. Мужчина в форме – это ведь красиво. Жаль только поблизости ни одной воинской части. Ну, посмотрим, что у тебя на сердце. Райка нравится? Она красивая. Рая красивая. Но не нравится.
А я? Я похожа на единственную и неповторимую. А? Посмотри на меня. Ты хорошая. Значит, нет. Валя, ты только не обижайся. Да ты мне хоть скажи, какая она? Что сделать нужно для этого? А я сделаю. Да я сам не знаю. Какой чудак сказал про эту единственную и неповторимую? Валя, что с тобой? Ну, перестань. Он чуть ближе, прости. Юра, ты что? Ничего, работать невозможно. Сиди нормально. Вертишь тут головой. Че, совсем что? Убирай, убирай. Бригадир зовет. Попрощаться. Попрощаться. Всегда. Пожалуйста. Смотри, Мехетка. Понял. Ну, не сердись, опять? Бригадир. Ясно. Смотри. Ну, надо же. Ура! Ура! Тренировался, видать. Хорошие ребята. Шабаш, ребята. Поехали. Жаль, что шабашники. Люба, привет! Как здорово! Не очень. Сейчас лучше будет. Ой, нет, здорово. Ой, да ты промок весь. Хочешь, принесу полотенце, а то простудишься. Не простужусь, я себя знаю. А ты что, это подстриглась, что ли? А что, не идет? Идет. Ну вот. А ты что сегодня делаешь? Да вот, ерунда осталась. Сегодня заканчиваю. А что? Давай вечером встретимся. Ну, ты же сам предлагал. Или передумал? Предлагал. Ну вот, давай. Сегодня в 9. Здесь. Я до свидания. Звезды, замигавшие в окне. Может, снова люблю, тихо скажешь ты мне. Замерцала звезда, подмигнула в ответ. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, а если случайно я увижу с тобой, повторится ли вновь вечер тот голубой? А в раскрытом окне ветер шепчет в ответ: почему бы и нет? Почему бы и нет? А в раскрытом окне ветер шепчет в ответ: почему бы и нет? Почему бы и нет?
Почему бы и нет? Музыканты, музыканты! Ну что ж ты надела? Что? Надо было торжественный митинг открыть. Речи бы торжественные сказали. Ленточку перерезали. Ну, раз так пускают. Что вы, Виталий Сергеевич? Я всегда так свои фонтаны пускаю. Что, как сюрприз, что ли? Ну. Оделся. Откуда я собрался? У меня сегодня свидание с Любой. У фонтана. Фонтана. Совсем как в городе. Сама пригласила. Сама? Любка! А я тебе привет и привез. От кого же? От официантки. Ты смотри, запомнила. Спасибо. Спрашивала, нашел ли ты ту самую... Единственную. Ну и что же ты ей сказал? Ну, я-то не знал, что у вас с Любкой свидание. Но сказал, что нашел, а вот, по-моему, не то. Ту, Люба та. Ой, Серега, меня Таня ждет. Не пух тебе, я пошел. К черту. Какой ты сегодня нарядный, красивый, как свой фонтан. Нравится? Вечером больше нравится. А у меня есть интереснее проект. А ты чушь, еще один фонтан здесь строить будешь? Здесь нет. Уедешь, что ли? Уеду. Ну что, пойдем? Что ж такое с телевизором? И не надоело тебе по чужим углам мыкаться? Уж пора свой дом заводить. Семью, детей. Ты прям как мои сестры. Они тоже мне постоянно это твердят. Добра тебе хотят. Значит, ты мне тоже хочешь добра? Конечно. Тогда выходи за меня замуж. Как у тебя это просто. Так прямо. Ты что, всем так предложение делаешь? Нет. Только тебе. Первый раз. Так я и поверил. А Вале как же? При чем здесь Валя? Мне ты нужна. Все
Все же странное ты занятие себе нашел. Ты уж хоть бы какие-нибудь учреждения строил, что ли? Ну, хорошо. Буду строить учреждения. Главное, что я тебя нашел. Мне пора. Передачи через систему орбита окончены. Мы с вами прощаемся. Спокойной ночи, дорогие друзья. Значит, встретил. Нашел свою единственную, неповторимую. Нашел. Ну и что? Сейчас придет. Увидишь. Надо же. А невеста твоя как? Какая невеста? А вот это-то. Да никак. Да. Сестры обиделись. Ну, а перед невестой пришлось извиниться. Вот так. Ну и куда едете? В гости. К сестрам.